Конкурс «Педагог года» в Серпухове проходит в трех номинациях. «Воспитай человека», «Учитель года» и «Педагогический дебют». В нем участвуют 17 конкурсанток. На этой неделе они отстаивали свои точки зрения на педагогическом совете и провели мастер-классы. Темой дискуссии стало обучение в одном классе детей одаренных и отстающих. Участие в конкурсе требует дополнительной подготовки. Педагоги стараются все успеть и готовы делиться своими знаниями с коллегами. Все дело как бы, что мы параллельно-то работаем. Приходится готовиться и к урокам, и к занятиям, и выкладываться на этом конкурсе. Вот это единственная как бы трудность. А так, тема, конечно, знакомая. Урок выдать – это наша работа ежедневная, поэтому здесь. Ну а визитная карточка – кто как себя смог представить. Участницам конкурса предстоит также пройти собеседование с председателем комитета по образованию Любовью Владимировой. В конце ноября мы узнаем тройки всех, а в декабре, в середине декабря у нас будет заключительный этап, церемония награждения, где будут вскрываться конверты, мы узнаем фамилии тех конкурсантов, которые будут защищать честь нашего города на областном уровне. В среду молодые специалисты проведут открытые уроки с учащимися не своих школ. В четверг классным руководителям предстоит поучаствовать в педагогическом биатлоне.